Всем добрый вечер. Давайте начинать наш сегодняшний открытый урок, день открытых дверей. Приветствую вас на дне открытых дверей Отуса, онлайн-образования. Давайте проверим связь. Если вы меня видите, слышите, если видите мои слайды, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Плюсик вижу. Да, добрый день. Добрый день еще раз. Ага, плюсики пошли. Давайте продолжать. Значит, трансляция есть, и меня видно и слышно. Представлюсь. Во-первых, сегодня на Дне открытых дверей мы поговорим про архитектуру, про основные компоненты Kubernetes. Представлюсь. Меня зовут Тимур Батыршин. Я работаю в компании Express 42. Я техлид. Также я один из тех людей, которые делают конференцию DevOpsConf. Она у нас последняя проходила в июне, и ближайшая тоже будет в июне. Если у вас есть что-то рассказать интересные истории про DevOps из своей профессиональной области. У нас открыт прием заявок. Подавайте, пожалуйста. Вот. Ну и мои контакты здесь на экране тоже представлены. Вот. Значит, расскажу, как мы сегодня пойдем по вебинару. Сначала мы познакомимся, поговорим про Otus, про нашу площадку. А дальше мы проведем открытый урок по архитектуре Kubernetes. То есть это один из реальных уроков с нашего курса, немного адаптированный для открытого урока, чтобы уместиться по таймингу. Вот. А поговорим про команду курса. Поговорим про то, что будет на курсе, кроме того, что, вот, например, я расскажу сегодня. В конце поговорим немножко про карьерную информацию и, соответственно, дальше потом немножечко рефлексии о том, что у нас сегодня было, как у нас что сегодня прошло. У нас в Отусе на всех вебинарах одинаковые правила. Если вы активно участвуете, активно интересуетесь тем, что происходит, пытаетесь разобраться во всех деталях, вы лучше запоминаете усваивать материал, поэтому мы рекомендуем вам именно участвовать активно. Если у вас появляются какие-то вопросы, задавайте их в чат. На наших уроках в процессах курса есть возможность задавать вопросы голосом. Сегодня задавайте вопросы в чат. Я вопросы в чате вижу, но иногда могу ответить не сразу, а, например, когда будет подходящее время, чтобы на них ответить. Вот, так что, пожалуйста, участвуйте. Расскажу немножко про Otus. Otus, когда создавался, он задумывался как компания, которая позволяет соединить организации, IT-компании с самыми лучшими, самыми мотивированными специалистами отрасли. И, соответственно, все обучение строится таким образом. Помимо, собственно, программ курсов, у Otus есть образовательная лицензия. То есть курсы могут являться программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Наши курсы разработаны практикующими специалистами из IT-компании, то есть они они разрабатываются на основе того, что компаниям требуется в настоящее время на рынке. Чаще всего наши курсы предназначены для middle и senior специалистов, то есть какой-то некоторый опыт рекомендуется для большинства наших курсов, потому что, если совсем без опыта приходить, может вначале быть немножко сложно, но если вы уже являетесь, опыт какой-то есть, то мы даем много информации, которая именно предназначена для специалистов такого уровня, начиная от мидлов. У нас в Отусе 457 преподавателей, наставников в базе.
уже у нас проучилось почти 13 тысяч студентов. Как бы наша площадка существует 4 года. Две трети наших выпускников, те, кто прошли нашу программу, получили job offer в какой-то из компаний. У нас уже есть 80 образовательных программ. И когда, ну, когда мы набираем студентов на курс, мы проводим вступительное тестирование, чтобы вы могли действительно учиться на курсе и дойти до конца, нужно некоторые минимальные знания для этого. Примерно две трети пользователей успешно проходят это тестирование. Вот. Также для тех, кого интересует трудоустройство, у нас есть больше 90 партнеров, которые рассматривают наших выпускников в качестве кандидатов на найм. Так, и что еще? Про программы, да, вроде сказал. Больше 80 у нас образовательных программ по направлениям программирования, инфраструктуру, дата-сайенс и по многим другим. Давайте переходить к нашей, собственно, теме сегодняшнего урока, к технической теме урока, к открытому уроку. Это архитектура Kubernetes. На курсе это, по-моему, одна из первых тем, одна из вводных занятий. На первом занятии мы говорим про постановку задачи, про то, какие задачи выполняет Kubernetes в современном мире, зачем он нужен. На втором занятии мы говорим про архитектуру Kubernetes, то есть про что будем говорить сегодня. Плюс некоторые дополнительные темы, такие как, например, разворачивание Kubernetes на своем компьютере или на серверах, но как бы эту часть мы сегодня про это говорить не будем, мы сегодня поговорим только про архитектуру. То есть про то, из каких компонентов состоит Kubernetes, зачем эти компоненты нужны, какая у них функция в самом Kubernetes, как они друг с другом взаимодействуют. Это все важно для того, чтобы многие вещи, которые будут изучаться дальше на курсе, чтобы эти концепции, про которые говорится на курсе, чтобы лучше ложились в память, чтобы лучше усваивались и вы их лучше понимали. Соответственно, про архитектуру Kubernetes. Да, цель нашего вебинара – это, по сути, мы перед многими вебинарами делаем постановку целей. То есть цель нашего вебинара будет познакомиться с архитектурой Kubernetes, познакомиться с курсом, что из себя курс представляет, когда вы на него запишетесь, начнете учиться. Ну и, да, как я уже в конце сказал, будет познакомиться с карьерной информацией. Так. Немного истории про Kubernetes. Kubernetes записывается вот так. Иногда записывается сокращенно K8S, потому что между KS 8 букв. Это так, лирическое отступление. Kubernetes появился следующим образом. Google уже давным-давно существует как большая IT-компания, и в середине там нулевых годов у них уже было достаточно большое количество серверов. И перед ними встала задача, как на этих серверах на большом количестве запускать их приложения, как между ними распределять нагрузку, ну и как осуществлять управление этой инфраструктурой эффективно. Они для этого разработали у себя внутри такой проект под названием Borg. Вот это проект внутренний гугловский, они его в open source не публиковали, и, скорее всего, я не думаю, что когда-то опубликуют. Вот, но как бы это, по сути, у них, ну, по крайней мере, на момент там 10 лет назад был основной оркестратор, если можно так выразиться, внутри Гугла для запуска их сервиса. Они его, очевидно, много раз переосмысляли, то есть перерабатывали, дописывали новую функциональность, какую-то понимали, что она не нужна. И в итоге примерно к середине 10-х годов они выпустили как бы
не форк, а альтернативную разработку на базе всего опыта, который у них был. Они разработали новый оркестратор, как когда стали популярны контейнеры, именно для новый оркестратор для запуска этих контейнеров, и выпустили его в open source. Это им как раз стал Kubernetes. У него сейчас на GitHub там больше 80 тысяч звездочек у проекта на Kubernetes, проекта Kubernetes, уже там больше 100 тысяч коммитов. Первая версия в open source выпущена была, если я не ошибаюсь, в 2014 году, версия 0.1. И примерно через год уже выпустили версию, соответственно, первую, ну, версию 1.0, которую уже можно было использовать у себя, можно было использовать у себя, которая уже, ну, считалась относительно пригодной для использования. Вот, тогда же Kubernetes присоединился к фонду Cloud Native. Если кто не знает, этот как бы фонд-инкубатор для софтовых проектов собирает проекты, программные продукты, в основном open-source, которые являются рекомендуемым для создания облачных приложений. То есть там много всем известных проектов, таких там, как Prometheus, тот же самый Kubernetes. И вот как бы один из первых выпускников этого фонда стал Kubernetes. То есть они его рекомендуют как оркестратор для облачных нагрузок. Перейдем к архитектуре. Мы познакомились, откуда он произошел. Теперь поговорим про то, как он выглядит для нас при использовании. Во-первых, в любом Kubernetes-кластере у нас, ну, он разворачивается обычно на нескольких серверах, больше, чем на одном. То есть, ну, вы можете развернуть его внутри своего компьютера на одном сервере, ну, как бы на одном компьютере, но в качестве эксперимента. Но почти всегда именно для каких-то чуть-чуть менее экспериментальных запусков используется некоторое количество серверов больше одного. Соответственно, какие виды серверов используются для запуска Kubernetes? Во-первых, это мастер, то есть сервер, на нем запускаются управляющие сервисы, которые управляют всеми нагрузками в кластере. И некоторое количество рабочих серверов, на которых запускается, собственно, нагрузка пользовательская. То есть на рабочих серверах мы запускаем наши приложения, наши контейнеры, которые мы хотим расположить, где-то запускать. Их обычно вот этих рабочих серверов большое количество. Здесь на картинке нарисован один, но здесь их, ну, на самом деле, их много. Вот. А мастер-сервер, он запускает на наших серверах контейнеры, переподнимает в случае их падения, определяет, на какой из рабочих серверов лучше запустить. По сути, именно выполняет управляющую функцию. Так устроены, ну, при взгляде снаружи, практически все любые Kubernetes-кластеры. Один или несколько мастер-серверов и там некоторое количество серверов рабочих. Какие, как бы, с точки зрения, ну, с птичьего полета хорошо, но нас интересует, что у нас внутри серверов работает. Давайте сперва рассмотрим, что работает у нас внутри рабочих серверов. Во-первых, это рантайм контейнеров. Ну, это, то есть исторически это чаще всего был Docker, а сейчас там используется Creo, ContainerD и так далее. То есть именно рантайм, на котором у нас будут запускаться наши контейнеры. Без него, ну, смысла в Kubernetes в изначальном его смысле нету. То есть сейчас технически как бы Kubernetes может управлять и другими способами, ну, другими нагрузками, но давайте для простоты считать, что у нас вся наша нагрузка, все наши процессы, сервисы – это именно Docker-контейнеры, именно контейнеры, которые мы запускаем на серверах. Вот. Итак, на каждой рабочей ноде у нас запускаются именно рантайм-контейнеры для запуска докеров. И помимо него запускаются у нас еще некоторые другие сервисы. Так, ну, естественно, запускаются наши приложения. То есть в этом контейнере рантайме запускаются наши приложения, которые мы, в принципе, и хотим от Kubernetes, которые мы хотим на нем размещать. Они запускаются в докер-контейнерах, и помимо этого всегда существуют два служебных процесса на всех нодах Kubernetes. Какие-то процессы? Это здесь два процесса, kubelet и kubeproxy. Что это за процессы, для чего они нужны? Во-первых, как бы
нашим контейнерным рантаймом кто-то должен управлять. То есть кто-то должен запускать на нем наши контейнеры и отслеживать их состояние, перезапускать и так далее. Это раз. Это кубелет у нас. И второй момент, когда у нас нод большое количество, нам чаще всего нужно устанавливать между ними сетевую связность, делать поиск контейнеров по нодам. Этим занимается у нас кубпрокси. То есть два сервиса, именно они запущены на каждом, на каждой рабочей ноде, и они именно управляют, собственно, рантаймом и управляют сетью для этой ноды. То есть кубелет – сервис, который управляет рантаймом. Что он делает? Он разворачивает поды согласно под спеку. Для целей нашего занятия давайте считать, что под – это то же самое, что запущенный контейнер. То есть технически это не совсем так, иногда бывает это несколько контейнеров, но мы сейчас не успеем углубиться в детали. Давайте просто считать, что один под равно одному контейнеру. Так будет проще, если вы, ну, если вы не работали до этого с Kubernetes. Так будет проще, проще усваивать информацию. Итак, значит, кубелет запускает поды согласно под спеку. То есть под спеку это, по сути, ну, такое вот описание этого пода в формате YAML или JSON. В ней указывается, какой образ нужно скачать, сколько ресурсов мы выделили, ну и так далее. То есть все необходимая информация для запуска этого контейнера. И откуда он берет этот подспек? Он берет его с процесса на мастере Kubernetes под названием API-сервер. Про него мы поговорим сейчас через буквально пару слайдов. То есть кубелет обращается к API-серверу, скачивает с него подспек, ну, спеку для пода, которых нужно запустить, и запускает поды у себя на поды свои, как бы запускает поды, запускает наши сервисы у себя на своем сервере. С этим, я думаю, все понятно. Как я уже говорил, если какие-то вопросы возникают по ходу, пожалуйста, пишите в чат, я постараюсь на них ответить. Соответственно, kubeproxy, второй процесс, который запущен на всех рабочих серверах, он занимается сетью. То есть, во-первых, он обеспечивает сетевую связность между нашими рабочими серверами. Он создает эндпоинты для наших сервисов, то есть немножечко забегу вперед, в смысле, в материал общего курса. Сервисы – это как бы именованная точка входа для наших вот контейнеров. То есть когда мы в Kubernetes хотим обратиться, когда у нас запущено много разных сервисов, и мы хотим обратиться к какому-то из этих сервисов по имени, и для этого используется именно внутренний объект Kubernetes под названием сервис. И вот как раз вот для точек, ну, для конкретных адресов портов, которые используются для этого сервиса, именно ими управляет как раз kubeproxy. Вот. Ну и третья его часть – это он обеспечивает внутреннюю балансировку, то есть когда чаще всего у нас, ну не чаще всего, очень часто у нас запущен, многие сервисы запущены не в одном экземпляре контейнера, а там в двух, трех, в большем количестве для отказоустойчивости. Соответственно, он, когда мы обращаемся к этому сервису, нужно определить, на какой из них пойдет трафик. Соответственно, этим тоже занимается kubeproxy. В рабочих серверах, в принципе, все. Вот эти вот запускаются два процесса, именно относящихся к Kubernetes. Там могут быть другие процессы, которые вы сами запускаете, типа там коллекторов метрик или логов, но к Kubernetes вот относятся только эти два процесса. И как мы уже знаем, что эти процессы, информацию о том, как им настроить ноду, о том, какие поды им там запустить, они получают с некого Kube API сервера. Это именно процесс, который запущен в мастер-сервере Kubernetes. Эти два сервиса общаются только с ним, они больше, ну, то есть и кубелет, и кубпрокси, они всю информацию получают только из API сервера. То есть еще раз, что здесь происходит? Кубелет получает из API сервера информацию о том, какие поды нужно запустить в себе, под спек, запускает эти поды. И потом, когда он, ну, у пода изменяется состояние, он это
обновление отправляет обычно в API, обратно в API-сервер. То есть он как бы читает с него, что нужно запустить, и дальше отправляет, что поменялось, какое сейчас состояние обратно в API-сервер. Между ними постоянно происходит обмен информацией, ну, по крайней мере, пока, когда у нас с контейнерами что-то происходит. Если он, контейнер у нас запущен, и с ним ничего не происходит, то, в принципе, обмена информации нет. При каждом старте, остановке, перезапуске, даже просто в процессе поднятия, Kubelet отправляет информацию об этом в API-сервер. И дальше уже другие сервисы, про которые мы еще не говорили, принимают решение, что с этой информацией делать. Итак, Kube API-сервер. Что это такое? Kube API-сервер – это у нас единая точка для всех взаимодействий с Kubernetes. То есть у нас в Kubernetes есть много компонентов. Вот эти вот две, про которые мы говорили. Есть еще несколько компонентов, которые уже запущены в мастер-сервисе. Они все друг с другом общаются только через вот этот вот API-сервер, через шлюз. Друг с другом они никогда никак не общаются. Они все знают именно вот адрес этого шлюза, они к нему как бы подключают, ну, у них единственный endpoint, к которому они подключаются, это именно адрес API-сервера. Соответственно, этот API-сервер предоставляет обычный REST-сервис для управления состояниями объектов. То есть теоретически можно Kube API-сервер дергать обычным там курлом или вегетом, или постманом, но ну, это, естественно, не очень удобно, но теоретически можно сделать так. И когда мы, если вдруг мы, например, решили написать какое-то расширение для Kubernetes, то вот, как бы, работа с этим отправкой и получение отправка запросов к API, то как раз будет происходить по обычному REST, по HTTPS. Вот. Что происходит? Какие операции происходят в этом, происходят через этот API? Во-первых, это операции просто создание и изменение API-объектов. То есть это не то, что какие-то там операции «запусти мне такой-то под» или там «создай мне репликасет» или еще что-то. Это обычный, самый классический REST-сервис, через который мы создаем какие-то объекты у нас внутри нашего мастера, изменяем их состояние, читаем эти объекты и, ну, вот, по сути, оперируем с некоторыми объектами, которые находятся именно в вот здесь, вот, условно говоря, в каком-то хранилище нашего Kubernetes в памяти, если можно так выразиться, в пространстве данных. Вот. И с этими объектами можно что делать? Можно прочитать. Например, Kubelet у нас читает информацию о подах из хранилища Kubernetes. Про хранилище мы проговорим, и это etcd. Вот. Может информацию про поды читать. И когда что-то с подом происходит, он записывает обновленную информацию об этих подах внутрь через API-сервер в хранилище в etcd. etcd – это хранилище, которое у нас запущено рядышком на мастере. Мы про него сейчас поговорим буквально через минутку. Вот. Дальше, как бы, то, что появились у нас новые объекты внутри у нас, то, что у нас новые объекты появились в etcd, это могут отслеживать какие-то другие сервисы, которые запущены в Kubernetes, и что-то делать с этими объектами снова. Допустим, если у нас один из подов упал, Kubelet отправляет в API-сервер информацию, что такой-то под у нас исчез, он больше недоступен. Эта информация появляется в etcd. И дальше, например, контроллер для репликасетов, это, ну, для, как бы, контроллер, который управляет, следит за тем, чтобы у нас было, например, всегда запущено несколько экземпляров одного приложения, например, несколько приложений, там, не знаю, платежи, да, раз, два, три. Здесь разные, но на разных нодах. Вот. Репликасет, он, контроллер репликасета понимает, обнаруживает, что вот этот под у нас, что вот этот объект типа под у нас здесь изменил состояние, и он дальше делает какие-то операции. Например, создает новый под и записывает его в etcd. Дальше он снова попадает через Kube API сервер, шедулится, запускается на какой-то из нод. Вот. Если здесь я не совсем понятно объясняю, как я уже говорю, пишите, пожалуйста, в чат. Плюс дальше я буду рассказывать про другие сервисы. Возможно, вам станет
чуть-чуть более понятно. Как я уже говорил, вопросы пишите, задавайте. Вот. То есть, по сути, все наши операции внутри Kubernetes – это изменение состояния объектов внутри нашего хранилища, внутри etcd. И из этого хранилища сервисы Kubernetes, в том числе вот эти вот сервисы, вычитывают какие-то информацию о том, что им нужно, о том, что у них должно быть, то есть кюблет, что у них должно быть запущено, кюб-прокси, что, как у них должна быть настроена сеть, просто вычитывает из него информацию и, соответственно, применяет эти изменения. И отправляет информацию обратно в etcd об этих, о новом состоянии, которое у них находится на ноде. То есть таким образом у нас, получается, происходит постоянная синхронизация состояния объектов внутри вот этого etcd, программных объектов, с которыми, ну, можно сказать, программных объектов, с которыми можно оперировать программно. И эти объекты отражаются у нас на ноду именно в то, какие у нас реально запущены поды, какие у нас реально запущены поды, какие у нас реально есть endpoint для сервиса. Вот так. Соответственно, etcd. etcd – хранилище для наших объектов Kubernetes. Что оно умеет делать? Оно, по сути, обычное key-value хранилище, которое просто, ну, предназначено вот для таких вот, такого вида нагрузок. Плюс у него есть еще, по-моему, такая функциональность, напоминающая функциональность там, того же Zookeeper, если кто знает, что это, ну, то есть если кто с этим работал. То есть любой сервис может подписаться на изменение каких-то объектов внутри etcd и получать от него оповещение. То есть кюблет, например, таким образом, ну, и контроллеры, которые здесь у нас запускаются, таким образом получают информацию о том, что у нас здесь создаются или изменяются объекты внутри etcd и, соответственно, каким-то образом на это реагируют. Вот. Так. То есть это часть хранилища и для него API, через который происходит запись и чтение. Плюс тут же происходит, естественно, еще авторизация пользователей, SSL и так далее. То есть чтобы этой задачей не нагружать etcd, Kube API сервер также проверяет, правильно ли у нас API запрос, правильно там, есть ли у нас права на запись или на чтение данных внутри etcd. Ну и вот все такие вот вещи, которые не являются задачей etcd, строго говоря. etcd – это чисто хранилка для ключов значений, для объектов. Соответственно, кроме этого, в кубере у нас еще несколько сервисов запущены. Помимо API сервера etcd, всегда запущены еще несколько сервисов. Во-первых, это контроллер-менеджер. Это как раз сервис, который управляет множеством встроенных Kubernetes-контроллеров. Что такое контроллер, я вам сейчас вкратце уже рассказал и сейчас еще раз поясню. То есть это контроллер, это именно как бы сущность, программа, сервис, которая следит за изменением в etcd, за какими-то изменениями объектов, и в ответ на них создает какие-то другие изменения etcd. И дальше эти изменения могут там влиять на другие сущности. То есть как простейший пример, про который я говорил, реплика-сет, когда нам нужно запускать, допустим, некоторое количество подов одновременно, там, допустим, чтобы всегда было запущено 5 подов, контроллер реплика-сетов следит, во-первых, за самим объектом внутри etcd, объектом реплика-сет, и всегда следить, чтобы к этому реплика-сету было прописано ровно 5, не больше, не меньше запущенных работающих подов. Если меньше, он их создает дополнительные объекты внутри etcd. Если их слишком много, то он лишние удаляет. И вот как бы такой паттерн, такой способ работы сервисов называется контроллер. Таких контроллеров в Kubernetes, ну, там большое количество, и можно их даже дописывать самостоятельно. Как бы сам контроллер-менеджер, он там управляет базовым контроллером, такими, как я уже сказал, реплика-сет, контроллер для эндпоинта, контроллер для namespace и так далее. И он отслеживает как раз изменение объекта через API. Когда у нас в API объект какой-то изменился, в контроллер-менеджер нам приходит об этом информация, и он выполняет, каким-то образом на нее реагирует. Создает новый под, удаляет под, обновляет информацию в каком-то другом объекте, берет информацию с появившегося объекта, записывает в новый объект и так далее. То есть что именно делать, зависит от того,
ну, от того, что нужно, что требуется. То есть для реплика сета это будут одни операции, для endpoints другие, для namespace третьи и так далее. То есть, по сути, вот эти все объекты внутри Kubernetes, ими как раз управляет вот этот контроллер-менеджер. Он реализует всю логику внутри Kubernetes. Да, как можно обеспечить отказоустойчивость? Вижу запрос, вопрос из чата про отказоустойчивость. У нас будет чуть-чуть попозже. Сейчас мы доразберемся с компонентами внутри Kubernetes, и тогда мы поговорим про отказоустойчивость. Про это обязательно сегодня поговорим. И на курсе у нас тоже, вот, как я уже сказал, это одна из вводных лекций. Мы поговорим в общих чертах, как обеспечить отказоустойчивость, но там ближе к концу курса у нас будет прямо отдельная лекция про то, как запустить production cluster Kubernetes на своем железе. То есть там на курсе будем говорить уже и про то, как именно делать отказоустойчивость не на пальцах, а именно на практике. Да. Вот. Соответственно, про куб-контроллер-менеджер поговорили. Если у кого-то есть вопросы по тому, что такое контроллеры, как они работают и зачем он нужен, пожалуйста, пишите в чат. Это, ну, тема может быть... Если вы с этим не работали, тема может быть сложная. Я попробую объяснить по-другому, чтобы вы поняли. Соответственно, наши компоненты какие? То есть у нас есть сервера, на которых запускают наши сервисы, запускают контейнеры, нагрузка. Есть API-сервер, через который все взаимодействует. Есть etcd, который хранит данные, хранит объекты Kubernetes внутри себя. Есть контроллер-менеджер, который с этими объектами работает. И остался еще один kubescheduler. Еще один сервис kubescheduler – это сервис, который определяет, на какой из конкретных серверов у нас пойдет наш конкретный под. То есть, когда, например, мы создаем какой-то под внутри etcd, ни один из серверов пока не знает, они все его, конечно, видят, но не знают, кому из них взять себе этот, запустить у себя этот под. И именно как раз эта функция выполняет kubescheduler, он определяет, на какой из рабочих серверов запустить наш контейнер, который мы описали в виде пода. Так, то есть, по сути, что он делает? Он выполняет учет имеющихся ресурсов. Что он делает? Во-первых, у него есть информация обо всех серверах, которые есть, обо всех рабочих серверах, которые есть в Kubernetes. У него есть информация о том, какие на этих серверах, сколько есть памяти, сколько свободных процессоров, ну и прочие ресурсы. Соответственно, он как раз учитывает эти ресурсы на всех рабочих серверах, плюс учитывает требования к ресурсам со стороны подов. То есть, когда мы запускаем поды, мы можем задавать требования к процессорной мощности, к памяти, указывать, на каких конкретно нодах запускать, например, если нам нужен диск смонтировать. Вот. И, соответственно, kubescheduler, по сути, принимает решение о том, чтобы... принимает решение о том, где запустить конкретный контейнер, который мы хотим запустить. Так, я немножко сбился. Если я не очень понятно объяснил, пожалуйста, уточните. Сейчас я ваш вопрос вижу, сейчас я отвечу. Вот, то есть, когда у нас под создается, ну, нам нужно его сказать, что вот этот под будет запускаться на конкретном сервере. Как раз именно это решение принимает kubescheduler. То есть если представить в виде такой, как сказать, ну, псевдокода, можно представить, что kubescheduler выполняет вот примерно такой цикл. То есть бесконечный цикл, он проверяет, какие у нас есть поды, пробегает по всем подам. Если он не назначен ни на какую ноду, то он просто ему назначает по каким-то принципам ноду. То есть простая задача – это именно дать команду кубелету, через создание объекта, через модификацию объекта в etcd, дать команду кубелету, запусти у меня такой под.
Так, давайте посмотрим на вопросы. Зачем куб создает под и пауз? Ну, про это я сейчас отвечать не буду, потому что это отдельная история, и она будет у нас на курсе на соответствующем занятии. Алексей Кукин спрашивает, какой компонент Kubernetes создает команда остальным? Так, попробую объяснить еще раз с другой стороны. То есть в Kubernetes нет такого, что компонент отдает команды другим компонентам. То есть попробую так объяснить. Во-первых, объяснить с другой стороны. GTCD существует, все объекты Kubernetes, поды, репликасеты, сервисы, там, ингрессы и так далее, они существуют в виде объектов VTCD. То есть, условно говоря, если можно выразиться, ну, это будет упрощение, внутри VTCD хранится большое количество именованных JSON-чиков. Внутри, то есть прям в самом физически в памяти компьютера большое количество JSON-чиков VTCD хранится. Вот. Дальше. Все сервисы, которые у нас запущены в Kubernetes, они постоянно следят за состоянием этого, состоянием объектов, состоянием этих JSON-чиков и etcd, и когда этот какой-то из объектов меняется, они на это каким-то образом реагируют. То есть предположим, что мы, как я уже сказал, опять возьмем тот же самый репликасет, про который мы говорили. Предположим, что мы создаем репликасет в нашем кластере. Мы при создании репликасета не отдаем никакую команду, типа как мы сделали бы, например, в случае какого-нибудь там Ansible или Terraform. Ну, там не репликасет, но там создание объектов. То есть там в случае Ansible это было бы создай мне какой-нибудь там сервер или там какое-то изменение произведи. В случае Terraform как бы он ну, внутри проверяет внутреннее состояние объектов и создает, например, объект в облаке. В случае Kubernetes мы просто, когда мы создаем какой-то объект внутри Kubernetes, мы просто говорим при работе, например, с нашего компьютера. Говорим Kubernetes, создай внутри хранилища объект типа такой-то, типа RepliCassette, например, типа cronjob, типа сервис, типа еще что-нибудь. Он хранится теперь в виде JSON-чика, и дальше уже вот все вот остальные компоненты, которые заинтересованы в этом объекте, они обнаруживают, что он появился, и уже сами начинают каким-то образом на это событие реагировать. Вот, то есть отвечая на, опять-таки, возвращаясь к вопросу, какой компонент отдает команды остальным, никакой не отдает никакому, а все компоненты следят за состоянием BTCD и реагируют на то, какое состояние BTCD, какое состояние записано в BTCD и каким-то образом на это реагируют. Вот, надеюсь, это вопрос я объясню. Если непонятно, пожалуйста, напишите, я попробую еще как-нибудь объяснить. И вот этот именно подход для работы с объектами под названием контроллер, он употребляется в Kubernetes постоянно. То есть контроллер следит за состоянием объектов и выполняет какие-то действия с ним. По сути, многие, для многих объектов в Kubernetes есть как раз, собственно, контроллеры, которые за этим следят. Для кастомных, то есть, как я уже говорил, сейчас чуть-чуть подробнее поговорим чуть позже, в Kubernetes можно создавать там собственные объекты какие-то, например, Cert Manager может, ну, если мы запустим внутри Kubernetes объект типа Cert Manager, он запустится здесь, не объект, сервис типа под названием Cert Manager, это, по сути, клиент для Let's Encrypt, если, ну, как бы, я думаю, многие из вас слышали, бесплатный сервис выдачи, да, выдачи сертификатов, это именно вот этот вот Cert Manager, он работает точно так же. Он следит за состоянием ETCD. После того, как в нем появляется, например, запрос на новый сертификат, он идет в сеть, запрашивает сертификат, складывает его сюда, следит за дальнейшими изменениями и так далее. То есть именно через вот этот вот, за счет именно такого способа подхода, который называется контроллер или оператор, это, ну, оператор чуть более широкое понятие, это как раз вот можно Kubernetes расширять. Так, давайте вернемся к нашему занятию.
Отказоустойчивость. Да, вопрос был про отказоустойчивость. Как ее обеспечить? Ну, во-первых, прежде чем мы поговорим про вот такой вариант, когда мы поднимаем вторую ноду, посмотрим, что можно сделать в масштабах одной ноды. Предположим, что вот у нас одна нода, как обеспечить отказоустойчивость. У нас все сервисы, управляющие, кроме etcd, они stateless. То есть они в себе не хранят никакого состояния. Их можно поднимать, условно говоря, какое угодно количество рядышком друг с другом. А все, что они делают, они ходят через API-сервер в etcd, либо читают оттуда, либо обновляют там информацию. Механизм блокировок там реализован на уровне etcd. То есть, в принципе, мы все эти сервисы можем теоретически рядышком ну, балансировать, запускать в любом количестве, сколько нам нужно. Как бы такой, ну, примитивный уровень отказоустойчивости можно обеспечить таким способом. Но, в принципе, когда мы говорим про отказоустойчивость, нас интересует не просто, чтобы у нас было много вот этих вот сервисов, нас интересует во многом, если не в первую очередь, именно отказоустойчивость etcd. То есть, как бы, если он исчезнет, чтобы у нас наш кластер продолжил работать. Соответственно, что для этого делается? Можно поднять еще один сервер, еще один мастер-сервер, и туда будет etcd реплицировать свои данные в новый сервер. Условно говоря, если один сдохнет, то данные будут, как бы, состояние будет всегда уже, будет текущее состояние можно будет взять из второго. Вот. etcd сразу изначально продумывался для такого режима, что, во-первых, он может переключаться, ну, как бы он может работать в режиме мультимастер, то есть, как бы, при записи на эту ноду изменения также будут синхронизироваться между кластером в обе стороны. То есть, в отличие от какого-нибудь, например, от Postgres, где мультимастер, ну, не так просто сделать, или MySQL, где он там есть, но он не очень хорошо работает. etcd он изначально проектировался как хранилище для распределенной, чтобы можно было обеспечить отказоустойчивость. Вот. Соответственно, как бы, в первом приближении можно поднять второй сервер etcd, чтобы, если этот сдохнет, второй у нас продолжил работать. Ну и, как бы, сам по себе etcd нам не очень нужен, поэтому мы рядом поднимаем весь наш остальной стек. То есть, таким образом мы, во-первых, обеспечиваем то, что у нас будет бэкапиться данные. И, ну, не то, что бэкап – это отдельная история, именно реплицироваться данные будут. И, с другой стороны, у нас все наши компоненты, которые необходимы для работы всего кластера, у нас тоже будут в двух экземплярах. То есть, по сути, создаем два сервера. Если один из них откажет, будет работать второй. Вот. И, соответственно, у нас исчезает необходимость все эти компоненты балансировать поодиночке. То есть, а конкретные запросы, они будут ходить просто в один из этих API-серверов, который будет доступен. Вот. Что здесь дальше нужно обязательно сказать? Если вы знакомы немножко с теорией распределенных систем, здесь есть, ну, как бы, такая теорема, которая называется КАП-теорема. Я вам не буду ее рассказывать, я вам расскажу просто, что нужно учесть, когда мы проектируем распределенные системы. Как бы, сценарий: если у нас отказал один сервер, мы рассмотрели, да, у нас второй начинает работать, подхватывает состояние, начинает работать с того же момента. Если, как бы, если этот сервер у нас поднялся, etcd прочитал данные из первого сервера, свое состояние догнал до последнего и начал также сервить, ну, выдавать данные. То же самое, если у нас сдохнет этот сервер, произойдет совершенно симметричная ситуация. Но, как бы, в сетях есть еще один сценарий отказа. Это когда у нас сервера продолжают работать, но у нас вот здесь между ними рвется сеть. То есть, ну, не знаю, почему-то пакеты перестали доходить между серверами. Глюкнул маршрутизатор, выдернули проводок из свеча, какой-нибудь там мигнула сеть на несколько минут из-за того, что там БГБ перестраивается. То есть у нас перестали ходить здесь пакеты. Что у нас произойдет? У нас каждый из серверов подумает, что: ага, второй сервер упал, я остался мастер, ну ладно, буду работать дальше. Но вот эти вот связи, например, у нас остались.
То есть рабочие ноды продолжают читать и писать данные в два сервера, в данные в два HCD. Каждый из HCD думает, что он остался единственный, данные с другого не реплицируют, и, по сути, за счет того, что у нас наши кубелеты, кубпрокси пишут, как бы продолжают писать информацию, у нас в разные сервера пойдет разные данные, и, в принципе, состояние у нас здесь разъедется. Что будет, когда восстановится связанность между нодами, ну, предсказать чаще всего нельзя. То есть, скорее всего, будет какая-то коллизия, и она, ну, ее нужно будет как-то разгребать. Вот. Соответственно, для того, чтобы таких проблем не было, чтобы вот защититься от вот возможных прерываний связи здесь, в определенных системах, где нужно хранить состояние, практически всегда рекомендуется запускать количество вот этих вот серверов состояния в нечетном числе, то есть 1, 3, 5, 7 и так далее. То есть 1 – это, ну, он не отказоустойчивый, если он упал, то он и упал. В количестве трех серверов, то у нас как бы переживает падение одного сервера. Если мы запустим 5, будет переживать падение двух серверов и так далее. Ну, как бы 5 и больше запускается редко, потому что это лишние мощности. Вот. Соответственно, какой здесь будет сценарий? Допустим, у нас пропала связь вот здесь вот, да? Этот сервер пишет сюда данные. Ну, связанность вот эта и эта осталась, они продолжают реплицироваться, проблем нету. Да, Гар, сейчас я расскажу про это и отвечу тоже. И про бэкап тоже буквально чуть позже расскажу. Вот, соответственно, когда у нас приходят запросы сюда, даже если у нас здесь нет связи, у нас долетает вот таким способом по этому пути. То же самое, если вот это рвется. Если вот эта связанность, если, например, у нас рвется связанность между серверами, у нас тоже долетают запросы вот таким образом. То есть у нас как бы все три сервера друг друга видят, просто может быть не по всем линкам. А как бы более интересный сценарий, допустим, если у нас разорвалась связь вот здесь. То есть вот этот сервер у нас перестал видеть все остальные, эти серверы, ну, они продолжают друг друга видеть. То есть у нас отвалилась связь здесь. Что у нас происходит, когда мы пишем в HCD? Прилетает запрос сюда, API-сервер пытается записать в HCD данные. Этот смотрит, что у меня кластер из трех серверов, а я остался один. Типа, я не знаю, что там происходит, как бы я запрос обрабатывать отказываюсь. То есть он перестает отвечать на запросы. У нас остается работать только та часть кластера, где большинство вот именно вот этих stateful сервисов. Соответственно, ну, у нас здесь приходит запрос по тайм-ауту, и наши сервера начинают слать запросы вот, ну, в этот HCD. А он продолжает также нормально работать, потому что в кластере большинство серверов, они могут договориться, ну, то есть как бы он понимает, что вот этот сервер, если он даже потом вернется в кластер, когда подключится к этому кластеру, он сейчас не является мастером, и при подключении кластера он просто догонит свою информацию, свое состояние до текущего состояния, до текущих данных в кластере. То есть то же самое, если вот здесь связь разорвется, у нас этот HCD просто отвалится, но эти продолжат работать, как не бывало. Вот, то есть когда вот именно нам нужно хранить состояние в распределенной системе, и у нас может происходить запись на несколько нод, нам всегда нужно держать не одну ноду, а нечетное количество. Учтите это, ну, в своей работе. То есть это не только относится к HCD, но ко многим распределенным системам. Вот. Анастасия спрашивает, можно ли это все забэкапить. Да, бэкап – это отдельная история, там нужно бэкапить HCD, плюс еще другие данные, про это у нас тоже будет отдельное занятие в курсе, в разделе, в разделе, где мы будем проходить установку, поддержку продакшн-кластера. И на вопрос Гора я сейчас тоже отвечу. Вот, про kubectl. То есть kubectl – это, ну, если вы с Kubernetes хоть немного сталкивались, это, по сути, ваш инструмент для человека, который, ну, общается с Kubernetes, для администратора, что ли. Нет, не для не администратора, для разработчика. В общем, да, для пользователя, скажем так. Вот. Kubectl – это локальная команда, бинарник,
на вашем компьютере, в котором вы можете сказать, например, создай мне такой-то объект в кластере. Или сказать, вот у меня в JSON описаны такие-то объекты, которые нужно здесь создать, загрузи их на Kubernetes. То есть, по сути, на своем компьютере запускается kubectl, он по тому же по REST, по HTTP шифрованному подключается к API серверу и, соответственно, может туда отправлять запросы, ну, то есть те же самые запросы, сохранять объекты новые, создавать новые объекты в VTCD, читать существующие, либо производить изменения этих объектов. То есть, по сути, это такой специальный REST-клиент для Kubernetes, который, ну, специально для него предназначен, который более удобно настраивается. Вот. Для того, чтобы пользоваться, там его тоже нужно по-особому настраивать, там, задавать контексты и так далее. Это будет в лекции на курсе, именно относящейся вот к архитектуре. Сейчас, к сожалению, у нас подробно говорить про настройку kubectl времени нету. Вот. Ну, по сути, вот... да, вопрос-то был, куда запросы приходят. Запросы, они приходят на тот же самый API-сервер, по тому же протоколу REST, как и все остальные объекты, сервисы, по тому же протоколу, по которому общаются с кубернетисом мастером все остальные сервисы, то есть на тот же API-сервер по тому же протоколу. Вот. Что еще? Если, например, вы напишете как бы за счет про аддоны сейчас поговорим. Если вы появляется возможность таким же образом написать какой-то свой сервис, который будет управлять состоянием кластера. Я про это уже приводил пример. Тот же самый Let's Encrypt, клиент для Let's Encrypt, Cert Manager. Он, по сути, работает тоже так же. Ходит через REST API в API сервер, создает какие-то объекты в etcd, отслеживает их состояние, их изменения, и в ответ на изменения или на появление каких-то объектов реагирует, выполняет какие-то функции. То есть, если мы, например, мы создадим здесь объект типа, там, не знаю, запрос на сертификат, Cert Manager будет за ним следить, и при появлении нового запроса, если к нему нету сертификата, он пойдет и запросит типа сертификат у Let's Encrypt по протоколу ACME. Вот. Это как бы тема про Customer Resource Definitions, про кастомные ресурсы, про это тоже будет отдельное у нас занятие. Но, в принципе, помимо CRD-шек, есть большое количество аддонов, которые именно расширяют функционал Kubernetes, ну, другим способом. И как бы основное отличие Kubernetes от других оркестраторов, там, от Nomad'а, от Swarm'а, как раз заключается в том, что это не просто оркестратор для запуска этих, для запуска контейнеров. Это, по сути, стейт-машина и как бы фреймворк, который позволяет писать сервисы для вот отслеживания, чего у нас для вот этого, для, как называется, для отслеживания изменения объектов etcd и, соответственно, выполнять какие-то действия. Плюс, естественно, есть оркестратор. То есть, соответственно, как бы благодаря этому его можно расширять, а у других, соответственно, у других оркестраторов вот этой части большой нет. У них есть какая-то реализованная логика, которая, ну, которую создатели оркестратора посчитали, что такая должна быть. Она работает, ну, скорее всего, хорошо, раз они так спроектировали, но расширять ее именно средствами самого оркестратора невозможно. В случае Kubernetes как бы это не так, его можно расширять именно саму логику, и как бы за счет этого и пошло его вот такая, ну, он сильно обходит в функциональности другие оркестраторы. Ну, заодно и обходит в сложности. То есть здесь вот даже просто для вот этого всего нужно столько сервисов плюс очень большое количество объектов внутри. Вот, аддоны, то есть, соответственно, не позволяют этот функционал расширять. Они точно так же запускаются на рабочих серверах, вот тут вот, точно так же, как все остальные поды, как все остальные сервисы. Точно так же взаимодействуют через API. И примеры тут, ну, DNS, сервис DNS для поиска сервисов внутри кластера,
большое количество сетевых плагинов, то есть там по умолчанию он работает достаточно просто предсказуемо, но там, например, некоторые из них, по-моему, Weave, в нем, по-моему, можно внутри кластера Кубера реализовать BGP-протокол, реализует BGP-протокол, если я не ошибаюсь. Я не очень понимаю, зачем это нужно, но, в принципе, вот возможность такая есть. Плюс там, соответственно, дашборды для отслеживания состояния, плюс вот как бы другие варианты, там, как кастомные ресурсы, про которые я говорил. То есть именно за счет аддонов появляется возможность Kubernetes расширять, их большое количество. И, например, из таких вот интересных новинок, из любопытных, последние пару лет, ну, как бы еще не стало популярным, но появляется подход, когда мы внутри Кубера описываем не только ресурсы Kubernetes, но и, например, облачные ресурсы. То есть описываем в виде этого же YAML, допустим, ресурс типа база данных, и контроллер, который следит за ресурсом типа база данных, он идет и, например, в Амазоне поднимает RDS-ку. То есть пока что это не такая технология незрелая, но достаточно интересная. Или, например, тоже, по-моему, весной этого года появился стандарт OpenSLO, который позволяет, например, описывать SLO внутри вот того же YAML куберовского. То есть условно говоря, я не буду подробно описывать, что такое SLO, это из темы для SRE. В двух словах, это уровни алертов для мониторинга, для некоторых сервисов. То есть можно, например, описать какой-нибудь свой сервис в виде YAML, тут же рядышком для него описать в виде другого ямлика, когда и на что алертить. И дальше какая-нибудь система мониторинга, которая у нас тут же рядом в Кубере запущена, она прочитает эту вот информацию об алертах и сама настроит для этого сервиса алерты. То есть как бы сейчас вот именно в Kubernetes-сообществе постепенно исследуется, начинает развиваться история, когда вот через вот это вот объектное хранилище управляется не только запускаются не только контейнеры, управляются не только ими, но и управляются внешними ресурсами, либо какими-то сервисами, такими достаточно классическими, типа мониторинга. Вот, как бы по технической теме на сегодня у нас все. И какие есть вопросы, задавайте, пожалуйста, потому что у нас осталось еще пару тем организационных. Осталось еще пару организационных тем относительно недолгих. Пожалуйста, вопросы задавайте. Давайте сделаем проще. Поставьте, пожалуйста, в чат плюсики или минусики. Если есть вопросы, поставьте плюсик. Если все понятно, поставьте минусики. Так, вижу вопросы, сейчас я на них отвечу. Александр спрашивает, докер вообще не поддерживается? Секунду. Докер, это вообще говоря, не столько процесс, или как называется, не столько сервис, сколько API. То есть API Open Container Interface, который опубликован рабочей группой, которая этим занимается. И, по сути, все сервисы, все оркестраторы, которые... Нет, не оркестраторы, все рантаймы. Вот эти вот рантаймы, где они у нас... которые у нас реализуют Open Container Interface, теоретически могут запускать наши контейнеры, любые, будь то докеры, на базе докера, контейнер-D или так далее, там, Creo и так далее. Соответственно, именно контейнеры у нас запускаются, но вот именно тот докер, который был там 5 лет назад, я не думаю, что в современном Kubernetes вы его, ну, скорее всего, запустите, но смысла я в этом не вижу. Вот. Надеюсь, вопрос я понял правильно, ответил на него. Так, Дмитрий спрашивает. Скажите, пожалуйста, в реальности всегда реализуются таким образом железные сервера, на них VMware, созданы VM Linux, потом внутри строится Kubernetes, или есть еще варианты? Вообще, я бы порекомендовал
если у вас есть возможность взять менеджер Kubernetes от облака, если вы, например, запускаетесь на облаке, лучше брать его именно менеджер Kubernetes на облаке. Тогда вам не нужно, то есть, условно говоря, можно на Амазоне, на Яндексе сказать: хочу Kubernetes кластер. Они так хоба-хоба подняли сами мастера, выдали вам endpoint, вот этот, в который вы по HTTPS ходите, назначили этот endpoint на все мастеры, сами обеспечивают репликацию, сами обеспечивают отказоустойчивость и так далее. То есть обновляют сертификаты и многие вот вещи, которые нужно делать, если держать Kubernetes самостоятельно, они делают многие вещи. Поэтому, если у вас есть возможность пользоваться облаками, я вам рекомендую использовать именно Kubernetes от облака. Это будет гораздо проще, ну и в итоге дешевле для вас. То есть там, по-моему, в Яндексе он стоит что-то в районе там типа 2-3 тысячи в месяц, менеджер Kubernetes. Он такой, ну, достаточно пустой, но его не нужно поддерживать. И да, к нему уже, естественно, подключаете уже свои сервера, которыми управляете полностью. Вот. Ну, если у вас собственные железные сервера, то там, конечно, придется его поднимать самостоятельно. И варианты, ну, здесь, я думаю, варианты во многом от того, зависит от того, как у вас построено взаимодействие инфраструктурщиков, тех, кто, ну, или там, не знаю, железячников, те, которые отвечают за сервера, а потом теми, кто выделяет на них мощности. Можно Kubernetes ставить прямо сразу на железе, можно ставить на виртуалках VMware. Я сам, честно сказать, с железными серверами не работал уже не знаю сколько времени, поэтому, скорее всего, вы тоже, даже если у вас сервера железные, вы, скорее всего, работаете с виртуалками, поэтому, скорее всего, тоже будете ставить на виртуалках. Вот. Кто-то тут пишет про Docker Swarm, мне кажется, это шутка. Мне кажется, не вопрос. Вопрос вот такой. Мне кажется, что Docker Swarm адекватнее работает. Просто непопулярное решение пока из-за своей новизны. Да, то есть и поэтому мне кажется, что это шутка. Docker Swarm – это не новизна, это решение, оно от производителя Docker, оно достаточно долго существует. Как бы это способ кластеризовать. Мы про это в курсе не будет, про Docker Swarm, просто я буквально 2 минуты на него отвечу, потому что как раз недавно с ним разбирался подробно. Вот, то есть как бы Swarm позволяет делать, ну, типа такой легковесный оркестратор для запуска контейнеров. Он позволяет без дополнительных сервисов просто на обычном Docker демене, на обычном контейнер сервису делать кластеры. И вот как бы я буквально вот последние пару месяцев с ним плотно ковырялся, мне он на самом деле понравился. И для небольших нагрузок, то есть я бы советовал не Kubernetes ставить, а как раз именно какой-нибудь Docker Swarm. То есть небольшие, это условно говоря, у вас там не больше, чем одно окружение, не больше один environment, и не больше, чем, ну, максимум там 2-3 компонента и там 2-3 сервера. То есть вам там, скорее всего, не нужно будет вот все функциональности, которые есть в Kubernetes, вам достаточно будет просто запускать ваши 2 контейнера и переподнимать, если он упадет. И для этого Docker Swarm хватит за уши. Вот. Если вам нужны какие-то сложные функциональности, например, несколько админов, у вас есть несколько админов, скорее всего, я бы, наверное, постерегся запускать кубер без постоянного админа, который как-то на него смотрит. Ну, если, конечно, у вас изменений достаточно количество в нем происходит, тепло, это что-то новое. Если там некоторое количество приложений, они там относительно сложные, требуются балансировки, взаимодействие между ними, может быть, несколько разных environment'ов, разграничение прав, тогда Swarm, конечно, не подойдет, тогда вам, конечно, нужен Kubernetes. Вот. А для простых, для маленьких стартапчиков на 2 человека, для маленьких сервисов на 1 контейнер Swarm подходит отлично. Вот. Тупиковый или нет, не знаю. Мне кажется, вот именно для маленьких инсталляций Swarm подходит. Так. Алексей спрашивает, будет ли в курсе Istio и безопасность. А давайте мы сейчас перейдем к следующей теме.
У нас как раз будет следующая тема, мы поговорим про то, что будет в курсе. Если по вот этому по содержанию лекции есть вопросы, пожалуйста, пишите в чат, я на них отвечу. А пока что я пойду дальше именно к нашей второй части нашего сегодняшнего вебинара. Это знакомство с командой, курсом и программа курса. Так, сейчас я открою, перешарю. Во. Поставьте, пожалуйста, в чат плюсик, если видите мой экран, сайт Отуса. Мой экран виден? Да, плюсы. Отлично, спасибо большое. Тогда буду рассказывать. Значит, про наш... Поподробнее расскажем про наш курс. То есть инфраструктурная программа на основе Kubernetes. Я не помню, говорим вам уже или нет. Как бы я еще раз напомню, что это, по сути, курс разработали ребята из нашей компании, где я работаю, Express42. У нас есть несколько сертифицированных администраторов Kubernetes, плюс практически все с ним работают. То есть, скажем так, курс из первых рук. Вот. Начинается у нас, начало занятий будет 23 декабря. Занятия будут проходить у нас по вторникам, по четвергам в 8 вечера, два раза в неделю. По два академических часа. Ну, фактически, в реальности там выходит где-то там от полутора до двух астрономических часов, в зависимости от того, как успевает рассказывать преподаватель. Вот. В нем будем подробно и изучать Kubernetes, вплоть до, то есть от общих принципов, через то, какие там в нем существуют объекты, как с ними работать, через экосистему и до конкретного того, как поднимать и поддерживать продакшн на своем железе на Kubernetes. Ну, это не всегда тривиально будет, поэтому про это нужно явно говорить. Я сейчас буквально через внизу этого подробнее расскажу, что будет. Вот. Для кого этот курс? Если вы как бы работаете с инфраструктурой, если вы, ну, не люблю это слово, там, не знаю, DevOps-инженер, я считаю, что это... что таких людей нет, но HR считает по-другому, поэтому все-таки применю это слово здесь. Вот. Если вы как бы работаете с инфраструктурой, то сейчас все больше и больше бывает нужен Kubernetes именно на, ну, в процессе своей работы. Даже если вы как бы сейчас работаете именно без кубера, он бывает, ну, он все реже и реже находится компания, где он не нужен. А в некоторых случаях, то есть поверх Kubernetes, например, строят прям приложения, платформы, например, если мы говорим там, про какой-нибудь про machine learning, там есть определенные фреймворки, которые работают только на базе кубера. Вот. Но то есть сейчас это становится, по сути, современным стандартом для запуска приложений именно вот контейнеризованных, запускаемых в оркестраторе, поэтому для вас это, естественно, то самое, для чего в той или иной степени это будет составлять центр вашей работы, скорее всего. Вот. Для разработчиков. Если вы пишете приложение под облако, по-хорошему обычно бывает полезно понимать, как оно, не только код писать, но и понимать, как приложение запускается, как оно работает в продакшене. И как бы... И, соответственно, для разработчиков курс поможет понять, что с ним происходит, какие особенности бывают именно при запуске приложений в продакшн, что с ним может происходить, что с ним может не происходить и так далее. Для архитекторов здесь не написали. Для архитекторов это поможет его использовать именно в планировании ваших систем, которые состоят из многих компонентов, скорее всего. Ну, для тех дюров, СТО, если вдруг такие здесь есть, курс также поможет понимать место вот, Kubernetes во всей экосистеме, в IT-шной, когда его использовать стоит. Прибежали админы, говорят, давайте поставим Kubernetes, стоит его использовать или не стоит. Я считаю, что использовать стоит далеко не всегда.
ну, пример я привел со сворумом чуть раньше. Вот, как бы для тех, кто, например, как я уже сказал, техдиров, для архитекторов, эта информация тоже будет полезная именно в плане, чтобы понимать ограничения и, с одной стороны, ограничения, которые на нас накладывает Kubernetes со своей стороны, с другой стороны, плюсы его, чтобы использовать его полноценно, и с третьей стороны, какие нам нужны квалификации от людей, которых мы набираем себе в компанию. Вот, то есть, по сути, он пригодится, окажется полезным для всех. Вот, преподаватели. Преподаватели у нас не только из нашей компании, ну, на самом деле, из нашей компании, по-моему, преподаю только я да Владимир. Вот, но все преподаватели уже много лет в профессии, у всех есть опыт с кубернетисом. Соответственно, все преподаватели смогут вам материал, с одной стороны, хорошо дать, с другой стороны, ответить на ваши вопросы примерно так же, как я сегодня на них отвечал. Вот. Так, необходимые знания. Базовые знания Linux, базовые знания Docker и Git, это, скорее всего, нужны, потому что мы это обсуждать не будем, они вам понадобятся. Ну, это такие вот базовые знания для современного, в современном IT, скорее всего, они вам понадобятся. Вот, если у вас нету, то можете пройти другой курс, тоже от нашей компании, DevOps практики инструменты, где подробно там рассказывается, что такое DevOps, откуда он произошел, зачем нужен, рассказывается про Ansible, про Terraform, про Docker, про Git, совсем чуть-чуть про Kubernetes на уровне там пользователя. Вот, можно пройти сначала другой наш курс. Так. Программа обучения. Давайте поговорим про программу, что у нас будет в курсе на программу. То есть у нас весь курс состоит из 4 модулей, таких больших, по-моему, они состоят там, каждый модуль, типа, сколько у нас тут? Ну, вот по 6 занятий где-то, а иногда больше. Вначале мы, в принципе, поговорим про, что такое инфраструктурные платформы. Это не совсем то, что Kubernetes, это как бы Kubernetes это способ для построения инфраструктурных платформ. Поговорим про то, что такое инфраструктурные платформы, зачем они нужны, потом поговорим про его обширную экосистему, потом пройдемся по всем вещам, по всем его частям в деталях и в конце закончим работой над своим проектом. Я сейчас вам подробнее, ну, чуть-чуть подробнее пробегусь по всем занятиям. То есть основная инфраструктурная платформа, основные сущности. То есть первое занятие – это понять, зачем нужна инфраструктурная платформа именно в контексте, в нашем широком контексте. Зачем она нужна компаниям, зачем нужна разработчикам, зачем нужен Kubernetes? Не просто для того, чтобы докеры запускать. По сути, это для того, чтобы строить инфраструктурную платформу. Вводное занятие. Оно важно для понимания того, куда мы идем и зачем. Познакомимся с Kubernetes. По сути, это вот я рассказал примерно половину занятия вот этого. В реальном занятии информации примерно в 2 раза больше. Потом рассмотрим про то, как контейнеры в Kubernetes запускает, подробно рассмотрим поды, репликасеты, стейтфулсеты, там все вот эти объекты, которые отвечают за запуск контейнеров. Поговорим про безопасность, про управление доступом, про RBAC, ролевую модель доступа в Kubernetes, про старые модели доступа, то есть подробно, как устроена безопасность и управление доступом в Кубере. Дальше поговорим про сети. Отдельное занятие будет. Ну, еще и последнее занятие первого модуля – это у нас про хранение данных. Как подключать диски, какие бывают способы подключения дисков и так далее. В части, ну, не во всех лекциях, во многих есть домашнее задание, которое необходимо для выполнения, для сдачи проекта. Про домашнее задание я вам скажу чуть-чуть позже. Вот, потом будет большой модуль про экосистему. То есть, как бы после первого модуля мы примерно поняли, что такое Kubernetes, из чего он состоит, какие там есть объекты, как с ними, в принципе, работать, да, какие между этими объектами взаимоотношения.
Дальше мы говорим про экосистему Kubernetes, которая достаточно большая и обширная. То есть про шаблонизацию, как, чаще всего нам бывает нужно создавать не один ресурс, там под какой-то, а нам нужно бывает создавать там десятки ресурсов и для разных сервисов, может быть, с небольшими отличиями параметров. То есть, соответственно, поговорим про то, как эти манифесты шаблонизировать, рассмотрим Helm, его аналоги и так далее. Поговорим про то, как создавать собственные ресурсы. Я не знаю, придется ли вам создавать собственные ресурсы в вашей работе, но понимать, как они работают, конечно же, нужно. То есть, пример собственного вот этого кастом ресурса я приводил, это тот самый Cert Manager или Let's Encrypt. Их там на самом деле много. Поговорим про то, как кластеры приложения мониторить, как их логировать, как делать распределенную трассировку, типа на Jagger, например. Ну, по сути, как нам обеспечить observability внутри кластера Kubernetes. Поговорим про то, вот эти вот про артефакты поставки, то есть когда у нас в результате CI/CD pipeline собирается какой-то артефакт, как с ними работать именно в контексте Kubernetes. Поговорим, будет урок про chaos engineering, про способ тестирования приложений в проде, скажем так, про интеграцию с CI-сервером, будет занятие про GitOps, как его настроить, ну, как он работает, применитель Kubernetes. Будет занятие про сервис Mesh, как раз то, что Алексей спросил, а на примере Istio, на примере других сервис Mesh, к сожалению, не будет, но, в принципе, принципы останутся те же самые, это как бы у Istio только ну, специфика другая. Поговорим про OpenShift и, соответственно, про хранение секретов, про интеграцию с Vault. А здесь, как вы видите, тоже ну, домашние задания есть, но не у всех. То есть вы не только изучите подробную информацию на лекции, но и как бы у вас будет возможность попрактиковаться с поддержкой со стороны преподавателя или, там, или наставника именно на практике. Вот. Соответственно, узнали, что такое. Да, Istio в полный рост хватит, да, согласен совершенно. Узнали, что такое Kubernetes, в чем принцип его, там узнали всю эту экосистему вокруг него, дальше, соответственно, будет третий модуль, это в деталях. То есть как работает, что из себя представляет API-сервер, шедулер, кюблет и TCD, все эти сервисы, про которые мы сегодня говорили, только ну, мы сейчас говорили так вот, в общих чертах для рассказывалось для ну, тех людей, которые не знают, что это такое. На этот момент вы уже будете знать достаточно хорошо про Kubernetes. Здесь будет подробно про это рассказываться. А дальше, соответственно, про разные рантаймы контейнерные, как запускать там, как запускать Kubernetes там, с контейнер-диск, Rio и так далее. Про сети, про системы хранения. То есть эти все вещи, здесь мы их вводили просто понятие. Как они в принципе работают. Здесь эти вещи мы изучаем уже в деталях, как они работают, скажем так, под капотом. Вот. Про то, как дебажить наше приложение кластер и в конце, как нам разворачивать именно продакшн кластер, в том числе бэкапы, в том числе все, что нужно, там, не знаю, ротацию сертификатов, все, что нужно предусмотреть для того, чтобы запускать кластер в проде на железе, ну, который нужно поддерживать самостоятельно. Как я уже говорил, как бы я вам советую брать облачный, потому что не нужно поддерживать самостоятельно. Но иногда облачный взять невозможно, иногда вам нужны какие-то свои особенные вещи в кластере, и для этого как бы нужно понимать, как как кластер разворачивается самостоятельно. И в конце будет проект. Это в нем вы будете по всем, ну, по сути, по всем темам этого занятия готовить собственную инсталляцию Kubernetes. Вот. Если вы пройдете все лекции, сделаете все домашние задания, он сложности особой вам предоставлять, как бы он для вас будет несложным, темы все вы будете знать, и, по сути, на проекте нужно будет подготовить как бы именно инфраструктурную платформу на базе Kubernetes. Вот. Для выполнения проекта нужно сдать, если я не ошибаюсь, половину, как минимум 50% всех домашних заданий, чтобы его можно было рассматривать. Вот. Ну, соответственно, у вас будет
с 12 апреля, получается, где-то, ну, около месяца на выполнение проекта, в конце будет защита проектных работ. То есть после сдачи проекта курс считается законченным, вы получаете сертификат и там и все, что полагается. Вот. Если вы хотите еще подробнее почитать, здесь вот есть более подробная программа, здесь можно более подробно почитать, что такое, там, не знаю, изучается в Custom Resource Definitions, там есть PDF-ки более подробно. Вот. Какие есть вопросы по программе? Если есть вопросы, пожалуйста, пишите в чат, я постараюсь на них ответить. Если нет, то давайте поехали дальше. То есть я пока начну рассказывать дальше, если есть вопросы, задавайте. Последний раздел в нашем сегодняшнем вебинаре – карьерная информация. То есть, как сказать, кому это нужно, насколько эти знания востребованы. Наши специалисты в Отусе провели анализ позиций, ну, открытых вакансий, искали под названием DevOps-инженер, со знанием Kubernetes. И вот такую статистику они определили. По-моему, это данные, да, за ноябрь. В Москве открыто около 1000 вакансий было открыто, где искали инженера со знанием Kubernetes. Ну, по России две с хвостиком. По-моему, чуть-чуть меньше, чем в два раза больше. То есть знания эти востребованы очень сильно. Люди, специалисты нужны, и, скорее всего, вы сможете претендовать на любую из этих вакансий после знания нашего курса. К слову сказать, мы летом набирали набор стажеров в Экспресс-42, и как бы одним из условий, типа стажерам давали 3 месяца на подготовку. В течение первого месяца они проходили как раз именно наш курс по, ну, только по DevOps-практикам, соответственно. То есть, ну, у нас не только Kubernetes-проекты, они, эти ребята, курс по Kubernetes там потом проходят позже, а именно вот один из первых условий то, что прошли полностью успешный курс по DevOps-практикам. То есть мы, например, когда вот брали стажеров летом, для нас это было достаточно. И я вам скажу, что, в принципе, информации как по DevOps-практикам, для просто работы в области DevOps будет достаточно информации, даже может быть, больше, чем некоторые работодатели требуют. По Kubernetes будет, соответственно, достаточно информации для трудоустройства на позиции, связанных с Kubernetes. Вот. Так, их достаточно много, как вы видите. Аналитика зарплатных предложений от джуниоров до сеньоров. У нас наши аналитики посчитали, что до 200 тысяч зарплата. Это для кого? Для джуниоров? Правда, что ли, для сеньоров? Мне кажется, они где-то ошиблись. Да, похоже, странно. И медиана 160 тысяч. Мне кажется, по ощущениям, потому что я вижу в обсуждениях, ну, и на HeadHunter, где-то и в обсуждениях, там в чатах, где рассылают вакансии, по-моему, мне кажется, 200 тысяч – это медиана только. То есть диапазон там, не знаю, до 300-400, для сеньоров 200 тысяч, мне кажется, медиана зарплат. Плюс мы осенью, в октябре наша компания проводила исследование состояние DevOps в России, и там как бы в статистике от HeadHunter была информация, что 200 тысяч медиан. То есть, если есть желание почитать наш отчет о состоянии DevOps, я вам пришлю в чат, можете скачать, почитать его. Вот. То есть, как бы я бы говорил, что медиана, скорее всего, 200, и там, ну, диапазон больше. Какие требования обычно? Тоже по аналитике наших специалистов, карьерных специалистов, давайте тоже разберем. Обычно для тех, которые претендуют на позицию, связанную с Кубером. Уверенность знания операционной системы Linux и ее компонентов. Если вы запускаете у себя, ну, в принципе, оно для инфраструктурщиков, для всех важно. Без него можно, наверное, обойтись ну, для небольших инсталляций, для там, как пользователя, но, в принципе, для инфраструктурщика это важное требование. Система мониторинга и логирования, Prometheus, Grafana, Greylock, ELK, знание СУБД,
как бы именно для Kubernetes, это вещи, они, я бы не сказал, что связаны с Kubernetes, но, скорее всего, если вы будете заниматься инфраструктурой, вам придется поддерживать другие приложения, и, соответственно, понадобится умение работать с системой мониторинга логирования, понимать, как работать с базами данных, хотя бы на уровне, там, не знаю, поднять, настроить, запустить. Вот. Высшее техническое образование, его, наверное, я ни разу не слышал, чтобы его проверяли. То есть, ну, возможно, для совсем молодых людей, может, проверяют, но на самом деле, мне кажется, никто на это не смотрит. К примеру, мы осенью в Экспресс 42 набирали, по-моему, фронтенщика. Ему как раз исполнилось, там только 18 лет исполнилось. То есть в день рождения он к нам устроился на работу. Джуниор фронтенщиком. Ну, к сожалению, мы поняли быстро, что фронтенщиков мы учить не можем, как бы не умеем, и как бы, ну, пришлось с ним его помочь устроиться в другую компанию. Но, в принципе, как я уже сказал, что на техническое образование, я не думаю, что кто-то смотрит, оно вам, естественно, идет на пользу, но можно без него претендовать на многие вакансии. Автоматизация работы с помощью Bash, Ansible, Python и Jenkins. Это, я бы сказал, опять-таки связано с тем, что часто приходится, ну, если вы работаете не в самой большой там какой-то компании, где у вас есть целый отдел кубероводов, то, скорее всего, вам придется заниматься другими инфраструктурными задачами, и вам для этого могут понадобиться вот эти вот вещи. Тяга к РНД, сейчас я про это. Да, ну, тяга к РНД, то есть к исследованиям, к изучению нового, это такая интересная вещь, то есть она как бы пишут его в требованиях, но как бы, ну, как кажется, такой soft skill, который, ну, не всегда понятно, зачем он нужен. И как бы опять-таки в этом исследовании DevOps, состояние DevOps в России, которое мы проводили этой осенью, мы обнаружили такую закономерность, что вот когда компании, которые с одной стороны лидеры рынка, с другой стороны, в которых там, ну, наиболее развит DevOps, спокойная, комфортная работа, быстрая поставка, там обычно используется управление вот именно людьми такое, что поставили, например, задачу, не то, что там менеджер ходит и там говорит, ты сейчас занимайся этим, занимайся этим, занимайся этим, а ставят задачу даже, наверное, не человеку, а команде, и дальше они внутри каким-то образом договариваются, как ее решать, ну, может быть, с помощью, естественно, руководства, но, в принципе, сами договариваются, сами решают. То есть здесь инициативность и как бы желание учиться и изучать новые вещи, это является как бы важным качеством для современных разработчиков, ну, будь то разработчики там фронта, бэка или разработчики инфраструктуры. То есть это даже научно доказано, скажем так. Вот. Знание языков программирования является преимуществом, совершенно верно. Бывает, часто нужно дописывать разные, ну, небольшие компоненты, скрипты. Ну, скрипты — это не совсем программирование, но небольшие компоненты бывает нужно дописывать, приходится. Общее знание DevOps, CI/CD, Agile, потому что эти как раз оркестраторы, они используются чаще всего как раз в компаниях, где говорится про DevOps, CI/CD. И опыт в реализации распределенной инфраструктуры, кластеризованных микросервисов, тоже он пригодится, чтобы понимать какие-то вещи. Ну, типа вот, например, который я вам рассказал про CAP-теорему, про то, что запускать нужно минимум 3 копии, про то, какие бывают проблемы в больших системах с большим количеством микросервисов. Вот. В принципе, по завершении нашего курса у вас появится, ну, знание кубернетиса, как я уже сказал, знание в какой-то степени работы у вас с Прометеем, какое-то понимание DevOps, CI/CD. И опыт в реализации, если вы закончите проект, он тоже появится, потому что в нашем проекте, насколько я помню, нужно реализовать инфраструктурную платформу на базе Kubernetes. Это все включает мониторинг, логирование и так далее. И там реализовать разворачивание там нескольких сервисов внутри этой инфраструктурной платформы. То есть, в принципе, его вполне можно показывать и рассказывать подробно, как опыт работы, с которым вы уже работали где-то на собеседованиях,
Да, на собеседованиях, например. Вот, это по карьерной информации, рефлексия. А какие мы сегодня заявляли цели вебинара? Познакомиться с архитектурой Kubernetes, познакомиться с курсом, познакомиться с карьерной информацией. Что мы сегодня прошли? Да, сегодня я вам рассказал про то, как устроен Kubernetes внутри, познакомились, что будет на курсе, подробную программу рассказали и поговорили про карьерную информацию. То есть, где можно применить, можно будет применить знания, навыки, полученные на нашем курсе. Вот. Как я уже сказал, начало обучения будет 23 декабря. Обучение будет до конца апреля. И, соответственно, записывайтесь к нам на курс и, пожалуйста, заполните опрос о занятии. Он нам поможет делать следующее занятие, да и, в принципе, и сам курс лучше и более доступным для наших студентов, для вас. Большое спасибо. Какие есть вопросы по любой из тем, задавайте, постараюсь на них ответить. То есть по технической теме, по карьерной, по курсу, да, задавайте, отвечу. Спасибо, что присоединились. Вопросов вроде бы нету. Надеюсь, вам оно казалось, занятие казалось полезным. Спасибо, что пытаетесь развиваться профессионально, что учитесь новому. И так, да, вопрос. Спасибо. Насколько сложный будет курс для студента 4-го курса ПМИ? Смотрите, здесь для того, чтобы учиться, как я уже сказал, в принципе, давайте открою нашу страницу. У нас здесь было все написано. Требования. Где же оно? Необходимые знания. То есть вот то, что здесь в необходимых знаниях написано, я бы вам очень сильно рекомендовал, чтобы у вас они были. Потому что, ну, интенсивность курса вот примерно вот как вот сегодня вы увидели про плотность потока информации. У нас такое на всех занятиях. И да, сегодня мы прошли где-то примерно половину занятия, которое будет в курсе. То есть оно на самом деле в два раза больше вот за те же полтора часа. Вторая половина у нас заняла вот как раз рассказ про Otus, про то, как все проходит, про программу. Вот. И, соответственно, вот эти вот как бы знания я бы вам очень рекомендовал, чтобы у вас какие-то были. То есть, чтобы вы понимали примерно, как работать с консолью. То есть, ну, знание Linux в плане создать каталог там, создать каталог, работать с файлами, то есть на таком уровне. И чтобы могли спокойно работать с консолью. Потому что многие вещи как раз они связаны с работой с консолью. Вот. Про докер мы рассказывать на курсе не будем подробно, что такое докер, как он работает, что такое контейнеры. Поэтому эти знания нужно принести с собой. Также мы будем говорить тоже, у нас постоянно говорим про гид. Гиту учить здесь тоже не будем, гид, как бы их тоже, его тоже нужно знать. Знакомство с процессами выпуска цифровых продуктов, понимание жизненного цикла. Ну, то есть это значит, что у вас есть хоть какой-то опыт из разработки тестирования эксплуатации. Ну, мне кажется, может быть, можно попробовать и без этого поучиться. Просто когда вы понимаете, как эти знания вы могли бы применить, например, на текущем месте, даже если, ну, не всегда это возможно применить. Как бы, если вы понимаете, как вы могли бы применить, это знание усваивается лучше. То есть это как бы большая рекомендация, но это я бы не назвал требованием. Вот. И как бы, если у вас вдруг нету опыта с Linux, ну, там, не с Linux больше, а опыта с докером или с гитом, то я вам рекомендую начать с курса DevOps практики инструменты. Там как раз будет у нас подробно рассказываться про Docker, про Git, про CI/CD, про мониторинг, про логирование, про реализацию, про принципы, как к этому подходить, про облачную инфраструктуру,
по-моему, два небольших занятия или одно про Kubernetes. То есть, если вы вот эти вот как бы знания у вас есть, вот, ну, работа с консолью, Docker и Git, можете приходить на курс по Kubernetes. Я думаю, вы справитесь хорошо. Если их пока нету, то записывайтесь на наш другой курс DevOps практики инструменты. Вот. Владимир спрашивает, предоставляется ли вычислительная мощность для выполнения ДЗ? По-моему, у нас был промокоды на Яндекс Клауд для того, чтобы можно было работать. Я вот на курсе DevOps практики точно были. Мне кажется, и на курсе по Kubernetes тоже промокоды на Яндекс Клауд есть. В любом случае, мы будем тоже рассматривать как раз на втором занятии после вот этого, после архитектуры Kubernetes, способы установки Кубера на, ну, способы установки Кубера, в том числе поговорим про то, как его можно установить, например, на своем компьютере для, ну, для проектной работы, может быть, этого будет недостаточно, но для практики этого вполне хватит. То есть либо тем, либо другим способом вы сможете учиться и выполнять задания и проектную работу без дополнительных вложений с вашей стороны. Вот. Ну, хорошо. Я надеюсь, я на все вопросы ответил. Тогда будем заканчивать. Желаю вам удачи, успехов в вашей учебе и до новых встреч.